О загадочных озерных монстрах рассказывают жители разных стран. Если сравнить все свидетельства, можно сделать вывод, что родственники Несси предпочитают холодные озера, питаются рыбой и могут подолгу находиться под водой. Однако есть версии, что это одно и то же животное, которое таинственными каналами может перемещаться между озерами. Люди называют их чудовищами, монстрами, но так уж опасны эти существа. Не было ни одного свидетельства, что они на кого-то нападали, только проплывали мимо или шипели на людей. Если их так редко можно увидеть на поверхности, не живут ли они в глубине? А если так, зачем эти животные будто намеренно появляются так близко от человека?